Откуда есть пошла моя семья? Этим вопросом Леонид Корецкий, а по совместительству мой супруг, занимается давно. Постоянно торошу своих бабушек, дедушек, которые еще были, еще кто-то жив, записываю за ними, и постепенно получается какая-то картина. Некоторые факты даже очень интересные оказались. Рассказы о предках, фото и документы заносят в специальную компьютерную программу по типу электронной картотеки. Там же составляет генеалогическое древо. Государственный архив обратился, когда след прапрадеда затерялся во временах раскулачивания. Есть там какие-то фамилии, что-то я знаю, где они родились, где жили, немножко знаю их статус. Но где копать и как можно узнать хоть какую-то информацию? За 30-е годы можно найти дела о раскулачивании самостоятельных исследований в читальном зале. В Государственном архиве Самарской области хранится информация с момента образования губернии в 1851 году. Здесь есть метрические книги с записями о рождении, смерти, браке жителей губернии, а также переписи населения для налогообложения, так называемые ревизские сказки. В метрических книгах и ревизских сказках содержится минимум информации. Данных больше, если предок входил в высокое сословие или сделал что-то значительное, хорошее или не очень. Книги находятся в хранилище, их нужно заказывать через картотеку фонда. Информация доступна каждому, нужно только записаться. Найти следы своей родословной по одной фамилии невозможно. Нужно знать хоть какую-то дополнительную информацию. Девичью фамилию у женщин, место рождения, сословную принадлежность, место службы для военных. В помощь соискателям электронная библиотека с оцифрованными архивными данными. Оцифрованы именно вот те документы, по которым можно составить как раз древо. То есть это записи о рождении, смерти и браке и ревизские сказки, где полностью по семейные списки выложены. Поиски родословной — занятия кропотливые. Кто не может и не хочет искать сам, обращается к профессионалам. В частный историко-исследовательский центр. Специалисты помогают самарцам в поисках своей родословной, составляют генеалогическое древо, восстанавливают биографии, занимаются военными историями и геральдикой. Специфика исследований такова, что приходится обрабатывать огромное количество материала. Если брать по генеалогии, источники по одному населенному пункту, допустим, они могут находиться в разных архивах, что также сопряжено с командировками, дополнительными временными и трудозатратами. Интерес к генеалогии в Самаре набирает популярность. Люди часто заказывают подарочные варианты оформления семейного древа и просто ищут информацию о семье, чтобы не забывать свои корни. Олеся Корецкая, Станислав Левин, «События».